Всем привет, дорогие друзья! Всем из привет! Солнечной Анталии мы направляемся в Аланию. И, как вы знаете, с 22 июня Россия начинает полеты туристических, чартерных и обычных рейсов в Турцию. В общем, обе границы открыты. Кто что знает по этому поводу, обязательно пишите, потому что я подробно не вдавалась в вопрос, было очень много работы. Кстати, что касается вакцинации в Турции, нам уже приходят оповещения. Например, Айхану оповещение пришло, что можно уже записываться на вакцинацию. И также пришло оповещение моей маме. Поскольку у нее есть вид на жительство, то ей также пришло оповещение о том, что можно записаться на прививку. Но поскольку она сейчас не в Турции, она в России, пока на прививку, на вакцинирование она не пойдет. В общем, вот такие вот у нас классные, радостные новости. А мы едем из солнечной Анталии в солнечную Аланию. Мы уже в центре Алании на пятничном рынке. И, кстати, то, что касается запретов и того, какие ограничения есть сейчас в Алании. Ношение масок обязательно, но рестораны, магазины, всякие разные парки, места для барбекю открыты. И что еще самое интересное, то, что, возможно, комендантский час по воскресеньям отменят. Сейчас у нас комендантский час каждый день с 10 вечера до 5 утра. И, возможно, комендантский час отменят совсем. И в это воскресенье будет последний комендантский час. Как я уже сказала, сегодня 19 июня, суббота. И суббота для нас – это день для себя, когда мы ходим по магазинам, посещаем разные места, ну и, конечно же, наслаждаемся вкусной едой. Кстати, последний раз мы катались на нашем мопеде, потому что мы его продали пару дней назад. Поэтому сейчас посмотрите, как мы ездили на мопеде и посетили потрясающий пляж и пляжный клуб. И далее покажу вам все то, чем мы будем заниматься сегодня. Ну и, конечно же, это супер, что Турцию открыли. Не забывайте написать в комментариях, собираетесь ли вы в этом году в Турцию, куда поедете, когда поедете и планируете ли вы ехать в Аланию. Очень интересно узнать. Ну, а сейчас едем последний раз на нашем мопеде. Кстати, мы планировали его оставить, продавать, но все-таки продали, потому что, к сожалению, необходимости в нем у нас уже нет. На улице практически 9 часов утра, и сегодня мы с вами прокатимся на мопеде. Почему? Потому что я еду к парикмахеру, а мопед нужно отдать в сервис. И сервис находится рядом с парикмахером. Поэтому едем с вами по утренней Алании на мопеде. Друзья, на мопеде мы не ездили, наверное, года два, потому что офис у нас в центре, из дома мы приезжаем на машине и везде ездили на машине. Но все-таки ездить на мопеде мы очень любим. И мы решили, мопед в прекрасном состоянии, тьфу-тьфу-тьфу, и мы решили, что все-таки на выходных мы будем на пляж ездить на мопеде и гулять по городу тоже на мопеде. Поэтому решили его отдать в сервис, чтобы проверить уровень заряда, в общем, его смазать и так далее, и так далее. Поэтому приглашаю вас вместе со мной на вот эту вот утреннюю прогулку на мопеде по Алании. Кстати, погода стоит просто потрясающая, еще не так жарко. Ну, в общем, красота нереальная.
Как же мы соскучились ездить на мопеде. На мопеде, кстати, ездить летом одно удовольствие, потому что, несмотря на то, что очень жарко и влажно, тебя обдувает ветерок. И Алания, кстати, отличается тем, что даже в самую жаркую погоду ветер здесь не знойный. То есть нет такого, что ты выходишь на улицу, например, из офиса или из магазина, и прям тебя обдает вот такая вот жара. Нет, в Алании ветер даже в самую жаркую погоду достаточно такой прохладный. Поэтому на мопеде, когда вы ездите на мопеде, у вас вот такая вот такой вот натуральный кондиционер. Друзья, помните наши фирменные каски? У меня желтая, у Айхана вот такая вот синенькая. Еще есть очки. В общем, эти каски сделаны под Harley Davidson. Покупали мы их давно-давно. Каски очень классные. Всем советую, потому что это лучшие каски из тех, которые у нас когда-либо были. В них на самом деле не жарко, очень они комфортные, мягкие. В общем, супер, если кто-то ездит на мопеде, советую именно эти каски. Мы уже проехали центр Алании и сейчас движемся в сторону района Оба. Ну и, конечно же, друзья, не могу оставить вас без моря. Мы сейчас спустимся с вами на пляж. Посмотрите, какой потрясающий пляж здесь есть. Очень люблю этот пляжный бар. Здесь есть ресторан, лежаки, все такое беленькое, светленькое, невероятно красивое. Посмотрите, вот такие вот кресла, качалки. Мераба насенес. Потрясающий ресторан, где можно завтракать, и суперский вид на море открывается. Очень классно, здесь тоже вход в море. В общем, нужно будет сюда обязательно прийти. Посмотрите, как здорово. Посадили пальмы, в общем, красота невероятна. Ну и, конечно же, я знаю, что вы все хотите море. И идем на пирс. Буду показывать вам море.
кстати, цена шезлонгов здесь около бассейна 50 лир, около на пляже 30 лир на целый день. В общем, шикарный пляж, обязательно сюда придем. Друзья, я уже приехала к своему парикмахеру, волосы у меня порядком отросли, прическу утром я не делала, поэтому после того, как меня подстригут и сделают мне все классно, покажу вам. Друзья, меня уже постригли. Посмотрите, как получилось. Мне кажется, просто супер. Теперь, кстати, я хожу к парикмахеру раз в месяц. Стрижет меня просто потрясающий мастер. Очень здорово, профессионально. Сейчас мы едем. Сейчас 11 часов утра. В общем, сегодня я вам решила рассказать, как проходит мой день. И каждый день у меня проходит по-разному, но в основном, конечно же, я работаю в офисе. Сейчас мы едем в центр Алании, у нас собрание в торгово-промышленной палате Алании, в состав правления которой я вхожу, вам об этом уже рассказывала. Друзья, я пришла в свой любимый магазин Руа Кундура, и мне нужны белые кожаные кроссовки. Здесь выбор просто огромный. Вот такие вот Freefoot, но, к сожалению, нет моего размера. И вот такая вот модель тоже есть белая. Она закончилась. Поэтому, если мне подойдет размер, сейчас померю вот эту вот оранжевую модель. Если мне подойдет размер, мне отложат. Но смотрите, какая шикарная здесь, какие шикарные модели здесь есть еще. Есть вот такие вот золотые. Золотые у меня есть. Они носятся просто потрясающе. Они вот с такой вот резиночкой. И есть на шнурках. И я померила серебряные, поскольку я все-таки хочу белую модель. Но вот такие вот серебряные тоже есть. Ну что, я померила оранжевые. Мне они подошли идеально. Теперь на следующей неделе буду ждать эту модель. Привезут белые. И вот также две модели, очень легкие, удобные, беленькие. Кстати, они пойдут и под брюки, и под джинсы, подо все. И вот такая вот модель, тоже такая летняя, классная. Напишите в комментариях, какая лучше. Даже не знаю. Мне кажется, обе классные. Но, наверное, все-таки, даже не знаю, какую взять. Если бы хотим, передавай. Приходите, жду вас. Да, Россию открыли, поэтому приходите к Сибахатину. Он всегда здесь. Покупайте потрясающую обувь. И обязательно смотрите видео, где я снимала полностью обзор этого магазина. В описании будет ссылка на мужской, женский и детский размеры. В общем, вот такие вот у нас классные покупки. Сибахатин всегда поможет. Я здесь, всегда. Да. Вот я на месте. 100 штук попроси, 100 штук белых кроссовок. Он тебе все принесет, покажет все размеры, даст померить. В общем, супер продавец. А вы обязательно приходите и покупайте классную обувь в магазине Руа Кундура. Ну, а мы идем дальше. Буквально пару дней назад я была у парикмахера, а сейчас иду на маникюр в один из салонов. Покажу вам салон. Кстати, возможно, этот салон я вам уже показывала, потому что я хожу всегда в разные салоны. Если хотите, то сделаю обзор этого салона полностью в одном из следующих видео, если вы напишите в комментариях, да, хотим обзор салона. И хожу в этот салон иногда на маникюр, педикюр, на стрижку. Поэтому тоже вам советую. В общем, едем в салон красоты. В Алании стоит просто потрясающая погода. В общем, едем сейчас в район Оба, где и находится салон красоты. Цветы цветут, море, солнце. В общем, просто супер. Мы приехали в район Оба, вот в этот вот салон Victoria Beauty Plus. И сейчас пойдем на маникюр. Друзья, маникюр мне уже сделали, белый цвет у меня сегодня вот такой. И сейчас быстренько сделаю вам обзор по салону. Сейчас в салоне никого нет, потому что с посетителями я не снимаю. Здесь делают наращивание ресниц, брови.
различные косметологические процедуры. Здесь на входе есть туалет и кухня, где вам приготовят кофе. Здесь маникюрные столы и все для педикюра, а также два зала для парикмахерских услуг. Здесь много места, вот так вот ярко, классно, весело, поэтому можете тоже приходить записываться к парикмахеру, к девочке, которая делает маникюр. И здесь второй зал, здесь также есть мойки для волос и вот такие вот кресла для того, чтобы постригать. Вот здесь дезинфицируют все приборы, которые используют для клиентов. Поэтому вот такой вот классный салон. Всем советую. В описании к этому видео оставлю ссылку на местоположение и контактные данные. Все, друзья, я безумно счастлива. Все супер сделали. Сейчас мы с вами опять едем в центр Алани. У нас там кое-какие дела. И вечером обязательно пойдем на пляж. Второй магазин, в который я сегодня иду, чтобы купить себе обновочки, это Джанатан. Мерхаба. Так, Илькер Ханым сейчас мне все поможет выбрать. И первое, что мне нужно, это носки. Кстати, носки вот такие вот я купила в прошлый раз, опробовала их, очень классные. Резиночка не давит. Очень удобные, с ноги не спадают. И точно такие же носки мы, кстати, купили и Айхану здесь. Плюс большой выбор мужских маек, которые Хан носит и под рубашки, и под футболки. И огромный выбор самого разного женского белья, начиная от пижам. Кстати, пижамы просто потрясающие, настолько мягкие, удобные, и до бюстгальтеров различных комплектов. Вот видите, есть белые, черные, бордовые, есть просто потрясающие наборы вечерние, и конечно же много разных маечек. Друзья, всем советую, и всегда советую только то, что сама покупаю, потому что белье, нижнее белье из этого магазина действительно супер качественное, очень мне нравится, ношу сама с удовольствием, обновляю здесь каждый год, вы тоже приходите, покупайте классные вещи, вот это вот все производство Турции, в описании к этому видео также будет ссылка на обзоры предыдущего года, и скоро на канале выйдет обзор этого года. Ну а сейчас мы спешим дальше также в один из очень классных магазинов за новыми покупочками. Ну и, конечно же, на обед в этот прекрасный день мы пришли к Ахмету Усте. Я очень соскучилась по его блюдам. У нашего повара полный аншлаг. Кстати, из того, что он готовит, вот из этих всех блюд, к вечеру не остается практически ничего. Ахмет Уста, насылсенес? Насылсенес. Biz görmüyorsun ya, nerede neredesin? Özledik sizleri. İşte çalışıyoruz. Çalışıyorsun değil mi? Farkındayım. Biz de dostları bekliyoruz, misafirlerimizi bekliyoruz. Многие из вас знают Ахмета, потому что многие из вас приходили к нему в ресторан. У него самые вкусные в Алании блюда турецкой кухни. В описании к этому видео тоже будет ссылка на обзор этого ресторана, поэтому приходите. Кушайте и, конечно же, пишите в комментариях, как вам этот ресторан. Так, что у нас Айхан сегодня взял? Это джаджик. Я тоже буду джаджик. Вот мне несут джаджик. Что такое джаджик? Джаджик – это огурцы, йогурт, мята и всякие разные приправы, если вы хотите. Ну и, конечно же, фасоль с рисом и вот такой вот лесной кебаб. Картофель, морковь и мясо. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Мы сейчас едем к Виктории. Как вы помните, ее магазин серебряных украшений с султанитом. Я приобрела у нее один набор, супер-супер классный. В описании к этому видео смотрите обзор ее магазина. И
Мне нравится еще один набор у нее, тоже необыкновенный. В общем, покажу вам. А вы мне уже скажете, стоит мне его брать или нет, нравится он вам или нет. Мне очень понравился. Друзья, я пришла к Виктории. Здравствуйте. Викторию многие из вас знают прекрасно. Я делала обзор ее магазина. В описании к этому видео смотрите ссылку на обзор. И вы помните, что в прошлый раз все свое старое серебро я обменяла вот на этот потрясающий набор. Виктория, у вас есть такая услуга, приносите все свое старое, либо переделываете во что-то новое, да. Либо берете то, что вам нравится. Нет, да. Да, я не захотела переделать, а мне очень понравились вот эти вот наборы. И сегодня, в прошлый раз я еще видела вот этот набор, и сегодня я пришла на него посмотреть еще раз, и я думаю, что этот набор я себе тоже хочу, потому что они, ну, просто удивительные. Посмотрите, какие украшения. И из старого серебра также вы можете выполнить что-то. Конечно. Такое, да? Поэтому обязательно приходите, смотрите видео. Здесь огромное количество серёг, браслетов. Все на ваш вкус, да. Часы, даже часы потрясающей красоты с султанитом, серебро, позолота могут сделать с бриллиантами. В общем, как вы думаете, как вам вот этот набор? Мне кажется, он мне тоже по стилю очень подойдет. Виктория, спасибо вам еще раз. Всегда спасибо. Прихожу в ваш магазин и остаюсь просто потрясающе довольна. Поэтому вы тоже приходите, приезжайте в Аланию. Ну, а мы с вами отправляемся дальше. Над пляжем Клеопатры садится солнце. День закончился. Был он очень классным, продуктивным. Сделали мы очень много. Не успели, правда, сходить в кафе и насладиться пиццей, поэтому купим пиццу в кафе и уже насладимся дома на балконе. Ну, а я надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно ставьте пальчики вверх, пишите ваши комментарии и будьте здоровы. Всем всего хорошего. Пока-пока. Приезжайте в солнечную Аланию и Турцию.